Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге «Великие музеи мира» Томас Гейнсборо, «Почтенная госпожа Грэм». 1775-1777 годы, холст масла 237/154. Один из лучших портретов, принадлежащих кисти выдающегося английского художника 18 века Томаса Гейнсборо. Портрет госпожи Грэм создан в поздний период творчества у мастера, когда он жил и работал в Лондоне. В это время живописец пользовался любовью публики, получал большое количество заказов и ему покровительствовал королевский двор. На картине изображена 20-летняя Мария, девятая дочь барона Кеткарта, которая в 1774 году вышла замуж за землевладельца Томаса Грэма. Молодая женщина представлена на фоне пейзажа. В ее наряде и аксессуарах чувствуется отдаленное влияние моды предыдущего столетия. Это сделано художником намеренно, чтобы придать портрету легкий отголосок в кавычках работы Антониса ван Дейка. Гейнсборо с особой изысканностью развивает традиции аристократического портрета в рост, которые были заложены известным фламандцем. Здесь много интимности, поэтичности и тонкого живописного мастерства. Ну вот такое описание я нашел в книге «Великие музеи мира» работа Томаса Гейнсборо «Почтенная госпожа Грэм». Пока-пока, до свидания.